Всем привет, это Science Daily, новости науки и космоса. Космическое агентство НАСА готовит к запуску телескоп Джеймса Уэбба. На днях было произведено разворачивание большого зеркала телескопа с золотым покрытием для финального тестирования. Телескоп Уэбба стоимостью 9,8 миллиардов долларов должен стать приемником легендарного космического телескопа Хаббл. Его зеркало имеет ширину 6,5 метров и состоит из 18 шестиугольных сегментов. Каждый сегмент массой чуть более 20 килограммов изготовлен из легкого и прочного бериллия и покрыт слоем золота толщиной 100 нанометров для эффективного отражения инфракрасного излучения. Запускаться телескоп будет в компактной конфигурации и развертываться после достижения космоса. Поскольку в развернутом состоянии зеркало не может поместиться внутри обтекателя любой действующей в настоящее время ракеты. Текущее испытание – это последнее крупное испытание зеркальной системы перед запуском. Цель испытания – проверить последовательность развертывания, а затем свернуть и зафиксировать зеркало. Телескоп Джеймса Уэбба будет запущен на ракете «Ариан 5» 31 октября с космодрома во французской Гвиане. Огромный телескоп направится к гравитационно стабильному месту в космосе на расстоянии примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Телескоп предназначен для наблюдения за космосом в инфракрасном свете. Чтобы защитить телескоп и его научные инструменты от перегрева, телескоп должен будет развернуть еще одно большое устройство в дополнение к своему главному зеркалу – солнцезащитный козырек размером с теннисный корт. Общий вес телескопа – 6200 кг. Его будут использовать для поиска признаков жизни в атмосферах экзопланет, а также для изучения первых звезд и галактик во Вселенной. Самые свежие новости из мира науки и космоса каждый день на нашем канале.